Матери-героини получат по 1 000 000 рублей. Постановление о единовременных выплатах подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Эта практика существовала в Советском Союзе с 1944 по 1991 год. 430 тысяч женщин получили почетное звание. Как отметил куратор Ассоциации территориального самоуправления в Коми Дмитрий Сизев, звание «Мать-героиня» отнесено к высшим государственным званиям, таким как Герой Российской Федерации, Герой Труда Российской Федерации. Помимо единоразовой выплаты, которую можно использовать по собственному усмотрению, обладательницы звания «Мать-героиня» имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и дополнительные выплаты к пенсии. При этом родители должны добросовестно исполнять свои обязанности по воспитанию детей.